все. На какой постановке вы были? Что вы смотрели? Бестолочь. Да? Бестолочь? Да. Какие у вас остались эмоции после просмотра? Достаточно приятные. Нет никаких замечаний, да, у вас? Не замечаний? Ну, может быть, немножко переигрывают, а так, в общем, нет. А что вам особенно понравилось? Олеся Железняк хорошо играла. А вы разве не шли на постановку, да? Да, в принципе, да. Понятно. А где вы сидели, можно узнать? 10-й ряд, 3-й, 4-й, 5-й место. И как отмечается звук, качество, спрашивание? Хорошо. То есть все было видно и слышно вам? Да, все было видно и слышно. А вы будете рекомендовать спектакль? Ну да, своим родственникам непременно расскажу. Понятно. Что были спектакли. Вам все понравилось? Понравилось, да. Все, спасибо большое.